Нашумевшее представление знаменитого цирка не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. На каждом представлении аншлаги зрители аплодируют стоя. Это шоу уникального формата. Традиционный цирк в сочетании с современными технологиями. Лазерное шоу «Ментальная магия», «Канадское колесо Сира», воздушный гимнаст на Штейн-Трапе, выступление акробатов на джамперах и эквилибристов на тростях. И все это под музыкальное сопровождение оркестра московского цирка Никулина. Мы неоднократно и с гордостью об этом озвучивали всем, да, это лучшее передвижное шапито страны с лучшими артистами всегда. Самый знаменитый в стране передвижной цирк представляет шоу «Голограмма новой технологии», аналогов которых нет в России. С помощью 3D-проекции на манеже оживает множество животных. Кульминация захватывающего представления – аттракцион, в котором смешана группа хищников, львы и тигры на одном манеже. Гвоздь программы – полюбившийся уфимской публике знаменитый клоун Владимир Теряпкин. Гастроли продлятся до 4 августа. Цирк расположен на парковке Уфа-арена. Гульнара Сидикова, Рустам Лукманов, вся Уфа.